Смотрите, в каждой воскресной школе примерно 100 и на 70 человек работает 3-4, ну, от силы 5 человек взрослых. А что они с ними делают? Они же делают... Дети пошли на сцену сегодня совершенно самостоятельно, не боясь, выступая, зная, что они делают дело. Это вот... это драгоценность. Вы знаете, еще надо, я в последнее время все время не устаю говорить, учитесь радоваться жизни. Учитесь радоваться жизни каждому ее мгновению, каждому моменту. И если это не забывать, вообще не с детьми, вообще не с близкими своими, с родителями, со старшим поколением, с младшим поколением. В этом радость жизни. Дед Макар, отпусти свою внученьку, Настеньку, с нами, поколядовать. А как же? А по дому помогать? Ну, дед Макар, отпусти Настеньку с нами. А я куда ж денусь? Так пойдем с нами. Подшивает маленький дедушка Макар старенькие валенки и хозяин стар. Как дорожка тянется за иголкой нить, эх, подошвы новые долго не сносить. Дед Макар, дед Макар, ты еще не стар. Дед Макар, дед Макар, ты еще не стар. Пойдет по улице, словно молодой. Как дорожка тянется за иголкой нить, эх, подошвы новые долго не сносить. Дед Макар, дед Макар, ты еще не стар. Дед Макар, дед Макар, ты еще не стар. 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 Все!
волшебный и старинный наши предки пили, ели, веселились 2 недели от Рождества и до Крещения, приготовив угощение, пели разные колядки, по дворам ходили святки, наряжались и шутили, праздник ждали и любили. Так давайте же сейчас встретим мы его у нас и посмотрим, как это было. А ну, девчат, запевай коляду! Как пошла коляда вдоль по улице гулять, вдоль по улице гулять, с Рождеством поздравлять. Коляда, коляда, где ж ты раньше была? Я во поле ночевала, теперь к вам пришла. Хлебом, солью привечаем, кашей, чаем угощаем, ложки деревянные, пироги румяны, проходите, гости дорогие! Ой. Ладно, девчонки, побочили, пора и честь знать. Давайте хозяев прославим. Чтобы в доме было добро, в поле зерно, в доме пирожисто, а в поле голосисто. Праздником! Стоит двору сосна, стоит двору красна, ой, колёдка, колядица! Нету её выше, нету её краше, ой, колёдка, колядица! Вы сходитесь, люди, вы сходитесь, добры, ой, колёдка, колядица!
назначение. От всей души поздравляю вас с большим праздником, Рождеством Христовым, с наступившим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, удачи, любви, быть любимым и Богом хранимым. И хочется в этот день сказать огромное спасибо тем, кто организовал этот праздник, кто начинал организовывать этот праздник. Это Людмила Витальевна Голубевой, Влада Владимировна Воскресенская и всем нашим батюшкам, которые они дарят там священно и чисто в этот день во всем христианском мире чествуют рождение Христа. Свой рождественский